Девочка. Дева. Девочка. Привет, дорогие друзья! Сегодня я не один, а со своей подругой. Догадываетесь почему? А потому что сегодня день кошек. А она меня очень давно просила взять ее с собой. Летом мы постоянно с ней купаемся в море. А вот зимой еще ни разу. Она очень любит море. Сегодня, кстати, у нас два праздника. Сейчас я тебя вытащу, маленькая. И мы с тобой поделимся праздниками, да? Ой, сладкий. Вот такая мы красавица. Пришли купаться. Ну вот. Вылезли из домика. А праздников, как мы уже говорили сегодня, два. Первый праздник – это День кошек. Моя маленькая. А второй праздник, который мне тоже очень нравится, это Мерсишор. Ну, кто не знает, это в Молдавии, в Румынии, там, в Болгарии празднуют его. Так встречают весну. Есть очень хорошая легенда, почему этот праздник вообще созрел и почему его празднуют. Когда-то 1 марта весна, красавица весна, вышла, чтобы войти в свои права. И она увидела подснежник, который под терновником начал цвести и радовать глаз. Терновник был очень крутой, и она решила освободить его немножко от иголок. Начала откапывать землю. И зима увидела это все. Зима увидела и разозлилась очень сильно на молодую красавицу весну. И она позвала ветер на помощь. Этот холодный ледяной ветер со снегом начал дуть. И слабенький подснежник, он начал опадать потихонечку. Весна сжалилась над ним и решила пригреть его своими, накрыть его своими руками от снега, от ветра. И тут поранилась об этот терновник. И вот капля крови, которая упала на подснежник, согрела его. И он ожил. И вот в честь этого события, в честь этой как бы легенды, празднуют 1 марта, день весны, то есть как вот день любви, добра, тепла. Кстати, что такое Мерсишор? Он вешается, дарится всем своим близким, родным, друзьям. Дарят это такие бутоньерки, маленькие две, в виде красного и белого бутончика. Такие они из ниточек сделаны, красных и с белых. Почему красное с белым? Они, как бы сказать, символизирует вот эту кровь и снег. То есть добро и зло, инь-янь, как всегда бывает в мире. Праздник очень этот радостный. В Молдавии, насколько я знаю, в Кишиневе, постоянно 1 марта устраивается день Мерсишора, праздник Мерсишора. То есть вот так встречают весну. Традиционные гуляния, очень весело, очень весело. Кто не был, приезжайте, посмотрите, вам очень понравится этот праздник. Вот. Сегодня у меня не получилось поехать, но скоро я поеду на другой праздник. А мы сегодня продолжаем купаться, да, Евочка? Она меня постоянно просит, вот когда я ухожу, она как будто чувствует. И когда я прихожу с купания, она как будто спрашивает меня, ты почему сегодня опять без меня был? Ну, летом мы постоянно, я ее беру постоянно на море, она со мной купается. Ну что ж, сегодня в твой праздник. Я уже вкусняшкой ее покормил. Возьму тебя с собой. Вы не подумайте, она купаться не будет в ледяной воде. Сегодня, кстати, погода очень неплохая. Солнечная, как весной. Первый день весны. Так что, друзья мои, я поздравляю вас с этим первым днем весны. И пусть в вашей жизни будет всегда тепло, доброта, уют,
А если холодно, то только ледяная вода и ненадолго. Будьте счастливы, а мы с Евочкой пойдем купаться. Да, Евочка? Первый раз зимой. Пойдем? Пойдем. Сейчас я разденусь. Приготовимся. Пойдем немножко отожмемся. Пошли со мной, малыш. Пошли, пошли. Ну все, разогрелись немножечко. О, шикарно. Кошки уникальные животные. Я считаю, что им надо сделать даже свой день геноцида. Так как когда-то во времена инквизиции кошек очень массово истребляли, особенно черных. Ну, черных истребляли, так как они считались пособником дьявола. Ну а людям же, вы же знаете, что людям заставь Богу молиться, дурак и башку разобьет. Так вот, под гребенку с черными кошками попадали все остальные. Миллионы кошек было уничтожено в то время. Вот поэтому я и считаю, что день геноцида, так же как и праздник кошек, должен быть. Ну что значит должен? Он мог бы иметь место. Опять-таки, те, у кого дома есть друзья, кошки, меня поймут. И, кстати, еще один такой момент. Вы знаете, дорогие друзья, иди ко мне, мой малыш. Иди, моя девочка. Я про тебя пару слов хочу сказать. Вот Еве уже 12-й год. В апреле будет 12 лет. Да. Слушай, как время быстро летит. А оно до сих пор со мной. Всегда и везде. Летом купается постоянно. Вы знаете, я вам скажу так, что я не встречал в жизни более мудрого, понимающего и внимательного собеседника, чем моя Евочка. Ну, пойдем, пойдем, сейчас уже пойдем. Надеюсь, вы меня понимаете. Ну, те, у кого есть кошки. Ну что, помчались? С днём кошек вас, дорогие друзья, и с праздником весны. Евочка, пойдем, пойдем, холодная водичка. Так, Еву оставили, мне неудобно с ней купаться, пошел я. Отлично! Вода градус 4 градуса сегодня, забыл сказать. 4 градуса. Немножко теплее. Но ощущается, я не знаю. Может, они соврали. С завтрашнего дня буду собственный градусник брать с собой. Куплю специальный градусник для измерения воды морской. Потому что нет ничего более лживого, чем прогноз погоды. Мне так кажется. Так, давай мы тебе тоже ножки вытрем. Интересно, если мы после купания пьем чай, что ей дать? Ой, подожди, подожди, малыш. Ну, знаю, что ты не любишь. Ладно. Мордочку тоже намочила? Отлично. Хвостик, хвостик, давай хвостик. Все. Гуляй. Так сложилось, что у меня на протяжении всей жизни были кошки. Сидит, зовет меня.
И я не встречал более верных существ. Знаете, я не хочу... Я сейчас не обсуждаю других животных. Я просто хочу сказать, что в отличие от многих других животных, кошки, если другие животные могут выполнять команды, они могут просто быть слугами, я бы так сказал. Они выполняют команды, любые приказы. Да, они с тобой рядом, но просто потому, что они без тебя не могут. Просто потому, что они без тебя не могут, они привязаны к тебе. То кошки — это прямая противоположность. Кошки на самом деле, они реагируют только на любовь. И вы знаете, как бы ты ни приказывал им, что бы ты ни делал, они никогда не будут выполнять твои приказы. Исключение Куплачев, но у него своя техника. Но кошки могут без нас, но они, по большому счету, все равно вернутся к нам. Потому что они нас по-настоящему любят, и они по-настоящему друзья. Так, с тепленькой водичкой помоем ножки. Девочки, а вы знаете, день кошек сегодня? Знаете, нет? У вас есть кошки дома? Есть, ну поздравьте их сегодня. Вот мы даже вместе купались. Весной вас, девчонки. Спасибо! Вот видите, многие даже не знают, что день кошек. Теперь знают. Но главное помнить, что сегодня весна. Девочка, да? Ну все. Мы оделись. Ну что, маленький, еще раз поздравим с тобой, дорогие друзья и подписчики. Еще раз поздравляю вас с первым днем весны. Кто празднует? С праздником Мерсишора. Желаем вам с девочкой любви, добра, тепла и самых преданных друзей. Да, девочка? О, заходи в домик. Вот такой у нас домик, мы всегда путешествуем с ним. Да, девочка, и скоро поедем кое-куда еще. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить это событие. И жмите на колокольчик. Там, где подписаться, есть такой колокольчик. Для того, чтобы вам приходили сообщения о том, что у меня появилось новое видео на канале. Вот. И пишите комментарии. Комментарии — это как взаимная связь обо всем, что понравилось, что не понравилось. Мне очень нравится читать ваши комментарии. Это очень вдохновляет. Будьте здоровы! Что, моя подруга? Девочка? Вкусняшку дам. Праздником тебя, девочка.